Всем привет, с вами магазин Street Story. Сегодня в нашем обзоре кроссовки New Balance 999 серии. Вот такие вот красавцы. Рассказывать про то, как основатель бренда шел к успеху, и истории про куриную лапку мы не будем, потому что они уже порядком приелись. И мы сразу перейдем к обзору кроссовок. История кроссовок New Balance 999 серии берет начало в 1996 году, и за время существования они полюбились многим за их легкость, удобство, дизайн и долговечность. В линейке этой серии имеется множество моделей, которые не раз переиздавались ввиду своей популярности. В данном обзоре мы обратим внимание на модель ML999NB из ассортимента нашего магазина. Модель ML999NB выполнена из премиальной кожи с текстильными элементами и вставками из баллистического нейлона. Язычок украшен вышитым логотипом бренда. Прочная подошва Absorb из вспененного каучука с применением технологии EVA поглощает ударные нагрузки во время бега и прыжков, придает кроссовкам легкость и может сохранять свои свойства на протяжении многих лет, а также предотвращать травмы. На задней части имеется пластиковое усиление. Внутри вас ждет анатомическая стелька. Данная модель будет особенно интересна тем, кто ведет активный образ жизни и много времени проводит на ногах. Лично мне в данной модели нравится сочетание материалов и амортизирующая подошва. Однако в жару в данных кроссовках я бы ходить не стал, ввиду того, что они довольно плотные. Вот такие кроссовки New Balance и множество других разных моделей кроссовок вы можете купить в нашем магазине Street Story. Заходите за покупками и до новых встреч!